Подножка от салюта. Решил я восстановить оригинальную подножку. Вот так она выглядит. Вот, что у меня было в комплекте? У меня был кусочек самой ножки и клепка. Вот так оно все было. До того, как я все это высверлил. И здесь еще есть болт, но он у меня лежит в другом месте. Он не потерян. Вот. Вот все, что было у меня, в принципе, еще и болт. Пружины не было, и вот эта штука была отломана. Вот. Когда я решил чинить, что я решил сделать? Я решил не спиливать эту клепку флексом, да и флекса не было. Я решил... И почему я решил не приваривать просто вот к этому месту просто кусок металла, чтобы удлинить ее? Было бы проще, потому что здесь был люфт. Здесь оно очень шаталось. Я решил, раз уж менять, так менять. И тем более, что здесь очень не особо сильно сваришь, может привариться все вместе. Вот, что я сделал? Я высверлил с другой стороны. Вот. Эту клепку, чтобы не повредить оригинальную деталь флексом. Вот, нашел я, выбирал из нескольких деталей что-то подобное, что не гнется. Это ролики от шуфлядок. Вот. Сперва я подсоединил так. Вот, как-то примерно так я бы сказал. Вот так подсоединил, но потом, когда померил уже сделал и померил, и сделал для болтика еще дырку, отверстие. Потому что в другом случае она бы шла на все 180 градусов отсюда и до сюда. Но мне эта идея не очень понравилась со всеми этими болтиками, потому что все равно, когда она была в положении езды, вот так вот, она начинала упираться в крыло от велосипеда, заднее крыло. Что я решил сделать? Я вот эту вещь согнул, вот так вот, чтобы был упор, чтобы она уходила в упор, вот так вот сюда. Но когда я распилил ее и согнул, она потеряла свою упругость, и мне пришлось здесь еще заваривать. Я взял металлическую пластину, очень толстую, наверное, 2-3 миллиметра, и приварил такую пластину. Вот, и теперь у меня должно все собраться. Поставлю шайбу, так вот, шайбу. Болт, шайба здесь, гайку, вот так вот, болт, шайбу, гайку и вторую гайку, вот так сверху, чтобы не раскрутилось, потому что нужно, чтобы не было люфта. Это потом, в общем, сделаю. Вот. И вот теперь она согнута. Она упирается. Не надо никаких болтов, как видно. Вот. И здесь она упирается тоже. Она не уйдет далеко. И она не будет упираться в крыло от велосипеда. Вот, салюта у меня сейчас нету. Это я попробую потом все. Вот так она выглядит. Как по длине, если что, я ее потом обрежу флексом. И еще вот буду думать, куда засунуть вот эту пружину. Эта пружина не оригинальная. Вот сейчас подумаю и сниму продолжение. Вот теперь просверлил отверстие вот здесь. Главное всегда проверять, чтобы в правильном месте просверлить, потому что можно по ошибке просверлить здесь. Вот, потому что в прошлый раз, когда я делал эту же ножку, по своему первому варианту, я просверлил не в том месте, напротив. Вот, пришлось пересверлить. Вот, пружина будет вот так вот. Сейчас мы ее поставим. Вот почти как бы все. Вот. Так она стоит в положении езды. И вот так. Чуть назад уходит, но когда велосипед будет стоять, все будет нормально.
Вот. Так вот. Так, находят теперь. О. Может, надо будет ее укоротить потом. Не проблема. И здесь что-то на конце наварить, чтобы она не уходила в землю. Вот так вот. Так это все выглядит. Чуть-чуть она так неплавным ходом идет рывками. Это потому что пружина задевает где-то здесь. Нет, потому что пружина здесь немного несоответствия отверстий. Вот, ну всем доволен.